Спортивный азарт и общение с коллегами. Геннадий Шейкин – сотрудник администрации промышленного района, в прошлом профессиональный спортсмен. Получил разряд кандидата в мастера спорта по многоборью. В настольный теннис тоже играет много лет, но как любитель. На этот раз решил попробовать свои силы в спартакиаде муниципальных служащих. Спорт, он всегда важен для человека. Здоровье, азарт, общение с коллективом. В спартакиаде состязалось 12 команд. Сотрудники городской и районных администраций Самары, городской думы. В перечне дисциплин шахматы, дартс, волейбол, плавание. Несмотря на то, что многие участники соревнований не профессиональные спортсмены, их азарт был нешуточным. Мы болеем за свой район, мы должны победить. И спорт – это жизнь. Участием, общением. То есть я, например, с коллегами познакомилась, очень было приятно пообщаться. На спартакиаде присутствовали и первые лица города. Они уверены, спорт помогает в повседневной работе. Но уже все победили, потому что мы вышли на спортивные площадки, мы начинаем возвращаться к спорту, а это, будем говорить, здоровье нации. Оно важно тем, что показывает, какое большое количество людей, работающих в администрации, работающих в городской администрации, в администрации внутригородских районов, в Думе, увлечены спортом, разделяют нашу страсть, нашу любовь к этому виду и, соответственно, к здоровому образу жизни тоже. И я думаю, для достижения производственных задач, да, производственных целей, которые ставятся на рабочем месте, они будут после таких спартакиад, участия, тренировок выполняться гораздо быстрее, объемнее и качественнее. Первое место заняла команда администрации города. Второе и третье – администрации Кировского и промышленного районов соответственно. Победители спартакиады получили медали и кубки. Никита Борисов, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.